считаю, что те вещи, которые со мной сейчас происходят, они должны со мной происходить. Но они со мной происходят почему-то. Меня они не спрашивают об этом. Вот, но... Ну, наверное, зачем-то это мне нужно тоже что-то понять, что-то поменять в жизни. Как-то пересмотреть что-то. Это же все какие-то сигналы. Ваша инсталляция, идея, проект. Очень хорошая. Спасибо. This year it's a fourth edition of the festival. We had around 400,000 visitors, so it's the biggest public space event here in the Czech Republic. And it's great that you can actually get this amount of huge amount of people to see art. Все в мире только говорили про большие данные. Лекции на тему большие данные в искусстве, воркшоп, как создать медиа-архитектурную инсталляцию на основе больших данных. Все вокруг, в 2016 году, как будто вокруг этой темы. Нашими данными стала музыка. В основе всего лежит наш трек, но тем не менее он писался тоже, когда уже появлялись первые кадры с анимацией. И перестраивался от этого, и даже переделывался с нуля. Кручу, верчу, шумлю, пытаюсь все это склеить в одну историю. У меня такое ощущение, что я вас очень сильно подвожу. I was playing it on and on in my office. The track was great, and it was totally different style of things I've seen so far. Медиа-художник Артемий Переверцин придумал концепцию, что это будет сканирующая линия, которая будет проходить через балкон здания. И когда графика проходит сверху вниз через здание и проходит через сканирующую линию, получается звук, и как раз этот звук уже складывается в музыкальный трек. Не идти классическим путем, не использовать 3D-эффект, эффекты, связанные с перспективой, с изменением текстуры здания. Человек может подойти и посмотреть инсталляцию не сначала, а даже с середины, и все равно ему будет понятен принцип ее работы. Я не знаю, как это рассказывать, потому что я рассказываю по концепцию. Обычно мэппинги — это такая история, которая делается только под одно здание. Нам составит не так много труда адаптировать эту инсталляцию под стену, под другой фасад, под какой-то объект. То есть здесь есть вот эта вот основная концепция, которая уже может жить и в другой архитектуре, и вообще в другой среде. Едем в тур. Следующий город у нас Лондон. Мы не очень туда хотим ехать, потому что там дожди. Площади зрители смотрят не только из центра, а со всех сторон. Большая площадь, много людей стоит сбоку. Как раз Voice of Phoebus спокойно можно смотреть откуда-то со стороны.
много всякого разного вообще происходило в жизни этого проекта. Он реализовался, мне кажется, на 100%, и это то место, где он должен был быть покатан. Находимся в Праге. Когда мы оказались на сигнале, это было как попасть в какой-то другой вообще мир. Очень много удовольствия, просто гуляя по Праге, в то же время уходя за вечер абсолютно все инсталляции. Thank you very much for being here, and I'm really, really, really happy for all of you here. Cheers! Чтобы на каждом фестивале гость, приехавший, мог арендовать себе собаку на 2-3 дня и нормально провести время. Собаки на несколько дней — это не так плохо. Все.